привет, это Nick Speaks. В нормальной, обычной ситуации я очень спокойный, милый и такой положительный, вежливый человек. Бывает, конечно, что если меня что-то очень сильно достанет, я могу резко ответить, но это, наверное, в крайнем случае. Ну, я, по крайней мере, надеюсь. Как сказать по-русски «отстань»? Мы очень хорошо знаем, боюсь, даже слишком хорошо. А как это сказать по-английски? Ну, чтобы как-то не очень грубо. Давайте скажем «go fly a kite». Дословно это «иди запусти летучего змея». «Go fly a kite». Если вас кто-то достал, так и скажите. You know what? «Go fly a kite, will you?» Типа вот как «отвянь», то есть, ну, отойди от меня, уберись. «Go fly a kite». Только не злоупотребляйте этим выражением.